15 декабря в кинотеатре «Беларусь» прошел необычный сеанс для младших школьников. Здесь для ребят подготовили сюрприз. Учили делать новогодние интерьерные украшения и игрушки, аквагрим, провели флешмоб и другие развлечения. Сегодня в Слуцком районе был дан официальный старт ежегодной благотворительной новогодней акции «Наши дети». Управление по образованию совместно со Слуцким филиалом Кубминоблвидеопрокат организовало для учащихся учреждений общего среднего образования новогоднее мероприятие, в котором приняли участие ребята, имеющие достижения в учебной, творческой, спортивной деятельности, из многодетных семей, из социально незащищенных категорий. В подготовке мероприятия нам помогали наши учреждения дополнительного образования, которые организовали мастер-классы на новогоднюю рождественскую тематику, интерактивные игровые площадки. Также силами Центра детского творчества была организована программа «Деда Мороза и Снегурочки». Завершающим этапом сегодняшнего мероприятия стал показ новогоднего мультфильма «Звезды седьмого неба» студии «Беларусьфильм». Интересно, а вы вообще сообразительные? Конечно, сообразительные! Ну, сейчас давай, может, проверим? Ну, мы будем вам загадывать загадки, но загадки будут с подвохом. Если знаете ответ, громко, хором отвечайте. Понятно? Да. Будьте внимательны. Хорошо, слушайте первую загадку. Много-много-много лет дарит нам подарки дед. Дарит елку поздравления, это праздник? Ай, почти-почти. Нам приехал Дед Мороз, внучку юную принес. Дети ждут ее подарка. Это девочка Снегурочка. Мы там висим шарик. Ускоряемся. Ах, это фонарик. Да, а потом еще дождинки. Я забыл про снежинки. Машем дедушке! Ну-ка, сели, встали! Хлопаем себе, молодцы! Вот нам птица, танцуете и поете, молодцы! Каждый, кто подержит нашу волшебную рукавичку в руках, обязательно загадает желание, и оно точно исполнится. И нам не обязательно сбудутся! Быстрее, быстрее рукавичку передаем! Ой, кто-то длинное желание загадывает! Запланированы и другие праздничные мероприятия. Во всех учреждениях образования пройдут утренники. 29 декабря пройдет районная елка на базе городского дома культуры. Участники акции с подарками и поздравлениями посетят Слуцкий социально-педагогический центр, детское отделение Слуцкой ЦРП, специализированный дом ребенка.